Когда построят объездную дорогу? Вопрос, который волнует как водителей, так и пешеходов. Грандиозный проект строительства обещали сдать еще в 2015 году. Однако сейчас 2016, а сделана дорога только частично. На неделе свою рабочую поездку на Долгострое провел глава района. Пообщался со строителями и вновь не услышал дату окончания работ. Сначала все не верили, что в нашем районе начнется строительство объездной дороги. Теперь никто не верит, что оно когда-нибудь закончится. Многие сооружения выглядят заброшены. Работы здесь закончились больше года назад и пока не возобновлялись. Единственное место, где строительство более или менее идет приличным темпом, это участок между Демиховой и Орехово-Зуево. По словам подрядчиков, эту часть трассы сдадут уже в этом году. Сейчас усиливается количество работников на участке от М7 «Волга» до Демихова-Карболит. Они планируют при нормальном финансировании в декабре, в начале января открыть эту трассу, такую же развязку, как и на трассе М7 «Волга». Неплохими темпами возобновилось строительство моста над железной дорогой возле Дрезны. Сейчас здесь вырубается лес для строительства дороги вглубь. Ну, когда закончится, это зависит от федерального финансирования. Я им задал вчера вопрос по поводу того, когда они построятся. Они так с улыбочкой сказали, по финансированию они планируют это в декабре 2017 года. Но то, что пока в ближайшее время, то, что они планируют открыть эту вот трассу М7 до Демихова, это вот они уже говорят, что это проглядывается. А остальное только зависит от финансирования. Однако стоит сказать, что постепенно работы возобновляются и возле деревни Глебово. Сюда завозят материалы. Правда, говорить о сроках начала и окончания работ здесь пока рано.